Дом Натальи и Сергея Писаренко в семейных фотографиях. Дети, внуки, зять, невестка. И совсем скоро все они соберутся за одним столом. У главы династии праздник. Сергею Михайловичу исполнилось 59. Здрасте. Поздравляю вас с днем рождения. В празднике семья совмещает приятное с полезным. Во время совместных торжеств за столом обсуждают вопросы родственных и деловых отношений, решают проблемы, регулируют разногласия и планируют перспективы. Сплоченности можно позавидовать. Они всегда друг друга понимают, всегда спрашивают о чем-то, рассказывают друг другу свои проблемы, свои там, не знаю, секреты. Делятся всем, что у них происходит, там приходят, вот сядем все за ужином и все рассказываем, что там у нас происходит. Ну давай, подарим деду сахар. Пожелаем ему сладкой жизни, да? Скажи, деда, вот, ой, сладкой тебе жизни. Теперь похлопаем, да? Жизнь у именинника и так сладкая. Сергей с женой открыли кондитерский цех, которому исполнилось 22 года. В копилке супругов также магазин, сауна и салон красоты. Семейные отношения не идут вразрез с деловым. Скорее наоборот. Единство, любовь и верность помогают вести бизнес всей династии. У Сурийских все вместе работаем. Будем говорить так. Дочка с нами работает. Зять с нами. Зять с нами, дочка с нами. Сын рядом в таможне работает. Невестка тоже в таможне работает. И все вместе, поэтому все вместе помогаем друг другу. Дочка вообще в нашем бизнесе участвует полностью изначально. Сын помогает систематически. Администрация города неоднократно награждала старшую пару Писаренко за регулярное участие в благотворительных акциях и активную общественную работу. Дети от родителей не отстают. Дочь Олеся продолжает семейное дело и состоит в городском совете предпринимателей. Сын Иван с отличием закончил таможенную академию и работает начальником отдела. Осталось воспитать самое младшее поколение. Уделять внимание детям. Папа мне уделял внимание, я своему ребенку тоже уделяю внимание. Постоянно гуляем, спортивные занятия. Вот как относились ко мне родители, так же я отношусь к своей семье. 5 июля в молодежном центре «Горизонт» состоится торжественное событие, на котором Сергея и Наталью Писаренко наградят медалью за любовь и верность. Илья Аманатов, Роман Адонин, Телемикс.